Check, check, check. 1, 2, 1, 2. How's everybody doing tonight? Как дела у всех? Всех нормально? Если у вас сегодня хорошее настроение, скажите «О-о-о-о». Подумайте, где мы могли бы еще оказаться лучше, как не здесь, вечером в понедельник после рабочего дня? Вы готовы? Да! Ну, я знаю, что они готовы. А вы готовы, девчонки? Всегда окей, окей. Вы знаете, у нас сегодня очень уникальное вообще мероприятие. И, кстати, прежде чем начнем, у меня такой вопрос. Я вижу многих людей, много разных людей, совершенно разных. И, может быть, мы немножко так вот познакомимся чуть-чуть. Да? Окей, окей. У нас сегодня международное мероприятие, у нас международная группа. И я хотел бы спросить вообще, кто из каких здесь стран? Кто из России здесь? Окей. Кто... Какие страны еще здесь есть? Казахстан. Казахстан. Классно, я там 4 года живу. Афганистан. Вау. Еще? Сирия. Украина. Malaysia, Malaysia. Awesome, good to see you guys. Somebody from the US here, huh? That's what's up. Okay, okay. I know we're not Jamaica, right? Okay, у нас Ямайка. Намибия есть? Okay. Бенин? Okay. Нигерия есть? Камерун есть? Гана есть? Значит, все в порядке. Окей, раз все собрались, у нас сегодня будет хорошее время, у нас сегодня будут замечательные музыканты. И сейчас мы начнем. Меня зовут Дре, если что, обращайтесь. Вот. И мы сейчас немножечко исполним небольшую песенку, а потом я буду просто представлять других музыкантов. Попробуем? Let's go, let's set it up, brother. Поехали. Yeah. The name of the song is Who I'm With. Поднимем руки, можем. Check it out, Joe. You don't stop. Yeah. Woo. Listen up. Check, check. Микрофон погромче можно? Монитор. Listen up. Я знаю одну вещь.
то, что тебе могут быть приятные неприятности в жизни, нам все равно нужно не падать, а подниматься, вставать и идти прямо. Очень много интересных музыкантов, очень много классных выступлений. И следующего человека, которого я хочу пригласить на сцену. И я, чтобы не соврать, я сейчас посмотрю. Участник X-Factor'а Эрик! Давайте пошумим! Всем привет! Настроение у вас вначале. Вы знаете, на самом деле мы приехали сюда все вместе на замечательный концерт, замечательные певицы, девушки. Вот, давайте поприветствуем, пожалуйста, Каен. Очень шумно! Вот, а мы для вас поем немножечко песенок. Дабы сказать, разбавить немножечко. Keep you warm, my arm, girl. Never be alone.
После такого выступления трудно на месте сидеть, правда? Ну что, все равно концерт продолжается. И давайте сейчас все поприветствуем Романа Барсукова.
Вот что расскажет о себе, но вы его наверняка знаете. Добрый вечер. Меня зовут Роман, вот и познакомились, собственно говоря, поэтому, может, у меня уже и знают. Я хочу спеть немножко такого рока. Немножко хотели подвигаться, но будет немножко такой кинг. Будем вместе петь «Try» песню. Try.
Спасибо за замечательную игру и успехов всем вам. Спасибо. Ну что, как дела у всех? Нормально? Как зеленый чай? Понял? После таких классных исполнителей у нас все равно концерт еще не заканчивается, мы только продолжаем. И сейчас у нас будет как раз гвоздь нашей программы. Группа, которая представляет собой просто такую смесь лучших музыкантов от всех, из всех времен и народов. Группа UpTempo, поприветствуем их. С главной исполнительницей, солисткой КМ, которая является из Намибии, студентка третьего курса медицинского факультета. Давайте их поприветствуем. Здравствуйте! Добрый вечер! Русских нету, очень плохо. Я только знаю гречка и горячий кукуруза. Thank you all for coming. The first song we're gonna do is called Not the Only One, Sam Smith. I'm sure everybody loves that song. Mic check, 1, 2. Готовы? Мы готовы. You and me.
пришел, пожалуйста. The next song we're gonna do is called Next to Me by Emily Sunday. I want you to dance and have fun. Да? You understood that, right? Yes. Our beautiful back vocalist, Bin Zhu from Madagascar. Yeah. And our beautiful Bombay from Ghana. Bombay. They need to eat гречка. Нужна гречка. The next song we're gonna do is Jayla. It's by a beautiful woman from Nigeria. So it's a bit of an African song, but it's not exactly African, but yes. I hope you enjoy it and you love it. No, 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 no. No, 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 no.
Life is beautiful. Don't you think so too, Mister?
My guys, голодная нужна гречка и горячая кукуруза и чуть-чуть борщ, может быть, ну квас. Are you guys having a lovely time? Yeah. My voice is going.
I didn't know this was exercise. Это как... what is exercise in Russian? Fitness. Я буду худеть, как модель. The next song we're gonna do is Diamond by Rihanna. Getting a bit more romantic right now. So we'll be doing an old classic by Aretha Franklin. You ready, boy? Yeah. Need to eat more gretchka, yes.
You guys shouldn't call me Gretchka, please. Looking out on the morning rain, I used to feel someone is by you. But when I knew I had to face another day, the Lord it made me feel so tired. Before the day I met you, I was someone high. But you're the key to my peace of mind. But when my soul was in the lost and found, you came along to claim me. I didn't know just what was wrong with me. To your keys, help me make me. Now I'm no longer doubtful of what I'm looking for. If I haven't, baby, I've done me more. I don't know.
We'd like to invite a wonderful friend of ours. His name is Dan Hill. He'll be joining us. Bang, 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 bang.
raise up. The next song, Crazy, Bombay. It's a beautiful song by Nars Bagley. This is my favorite song, and I heard it first time in Russia. Yeah. Ready? Ha. And I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about the place. Even your emotions are an echo, it's on my space. Ooh, yeah. When you are there without care, yeah, I was out of touch. And it wasn't because of me, no. I just knew too much. Sorry. My voice isn't in Gretchka. Please give this voice Gretchka now. Прямо сейчас. Thank you.
too much. Много-много. Sunny. Now this song I learned in Russia. I don't know why Russian loves this song, but I would like to do this one for you. Okay? Sunny, Bonnie M. Woo! Woo, you see? But you have to dance with me. Yeah. Ready? Oh, it's funny. Yesterday my mind was filled with rain. It's funny. It's not a big Yeah.
much гречка. Yes. I would like to invite a very, very wonderful singer, Eric. This guy was on X Factor. And he wants to outdo me on my song. But he is good. But Eric, it's my song, okay? Okay, okay. I'm just kidding. Oh yeah, ay. Очень жаль, я не гостей. Последняя песня. Ай-яй-яй. Но это жизнь, да? Да. So, it might seem crazy what I'm about to say. Such as it's here, you can take a break. Ah, this guy is... Thank you.
Еще раз. Еще. Давайте завтра. Еще завтра. Нет? Да, завтра, да? Здесь еще раз. Ну как? Мы же устали, нет? Еще сейчас? Okay, I'm gonna try my Russian. Которая песня вы любим Рене? Эй, понятно, да? Да. Ну, which song? Which song we can do for you? Which one? No, a song from the songs we did. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I just to be happy. You and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision in the ecstasy. When you hold me, yeah, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Hallelujah, we become one right away. Oh, right away. Woo! And at first sight, I feel the energy goes on right. I saw the light inside you. Thank you.
всем. Вы самая лучшая, шикарная, моя любимая. Я говорю по-русски. Good night, everyone. Thank you very much. You're the best.